слышишь? Слышу. Блять, сука, и вот так всю ночь, весь день, нахуй. Так ты хотел туда, на войну, вот и поехал. Бля, вообще не высыпаешься, нахуй. Мне просто сейчас вот что-то по новостям тут тоже звонили, говорят, вроде сирийская армия, добровольцы, типа, к нам на помощь вроде едут. Да, к вам они поедут, потом едут, короче, всякие таджики поедут, потом выпускают из колонии всех мужиков и баб. За амнистию, короче, сделают. Вот этот город, в который мы пытаемся, блядь, войти, вообще никак не можем. Вообще не вывозим. Вообще почти никого не осталось. Уже все отказываются. Их обратно возвращают. Они не могут уже там ревутся. Вообще хуйня полная. Ну ты только не лезь никуда. Пожалуйста. Мы, блядь, целый день в окопе, блядь, сидим. Копаем окопы, нахуй. Спим в окопе, блядь, в шестером, блядь. Пиздец. Ну, ты сиди в окопах своих. У тебя рука-то не болит? Локоть, как ты говорил. Да локоть нет, там синяк такой синий. И жопа у меня правая сторона вся синяя. Просто твоя мама говорит, чтобы ты ехал в больницу. Ага. У меня, блядь, ноги пиздец болят вообще. Я, блядь, домой хочу, я не могу пиздец. Своё меня не только думаю о доме, но... Ну, у вас все плохо, я так понимаю, да? Да. Блин, говорю, скинуть на них бомбу и все у нас. Понимаешь, тут есть все, танки наши, вся хуйня. Они пускают просто туда ВДВ нахуй, и все, от него ничего не остается. А вот от моего полка Косамского уже никого нету. Сегодня пришла Тула, тульские. И вроде они будут следующие пробовать. Ну пусть и пистуют. Я хуй знаю. Просто как говорят, вот командир полка нашего, типа, он ему похуй, типа, на нас ходат. Ему, типа, главное, чтобы они взяли, мы взяли вот этот... Город, кто-то хуйню что-то там, мол, что пытаются. Вот, и все. Ему, чтоб ему было выгода, типа, чтоб ему был плюс, может, медаль какая-то или звание. Да, губы ему не закатать, вот пусть сам идет.